Привет, друзья! Сегодня нас школа-гимназия номер 8 пригласила в ресторан «Аморе Мио» на праздник. Пойдемте. По традиции Аморе Мио начинают свой праздник с фуршетного стола. А вы помните, что такое фуршетный стол? Привет! Привет! А вы знаете, что такое фуршет? Фуршет – это когда люди проходят мимо стола и выбирают то, что хотят. И это все сопровождается разговорами. Не надо здесь не сидят. Надо сидеть, надо обсуждать что-то и не стоять возле стола. Привет. Привет. А ты знаешь, что такое фуршет? Фуршет – это когда на столе очень много еды, ты можешь подойти и взять, что хочешь. Спасибо. О, привет. Здравствуйте. А ты здесь ведущий? Да, я соведущий. А как тебя зовут? Меня зовут Павел. А что сегодня здесь будет? Сегодня будут проходить танцевальные, вокальные конкурсы и, конечно же, сам конкурс «Классный повар». А повара будут дети? Повара будут дети. Они будут показывать свой талант, умение готовить. А какие призы будут? Призы будут очень ценные. Всем призы понравятся. Хотел получить приз? Я бы хотел получить приз. Последнее воскресенье каждого месяца будут проходить вот такие конкурсы. А финал пройдет 25 декабря. Сегодня я спою под свой аккомпанемент песню «Stay». Я выбрала ее, потому что ее пела одна из моих любимых певиц, Риана. И она мне очень нравится. Сегодня я спою песню «Мама Мария». Я ее выбрала, потому что там было написано слово «Аморе», и там очень много итальянских слов, которые очень мне нравятся. Мама Мария, мама, мама, мама Мария, мама, мама, мама Мария, мама. Сегодня я спою такую песню, как «The Beatles Let It Be». Песня очень трудная на английском языке. Ну, было много очень трудных слов, но я знаю, что я занимаюсь в 8-й школе, и там учат английскому языку. Ну, и песня показалась мне не такой легкой. Ну, песню я выучу и спою вам эту песню. Сегодня мы для вас танцуем румбу. Это танец любви и страсти от 7-го континента.
мы для вас сегодня станцуем как бы флешмоб с несколькими стилями танцев. Мы выбрали это, чтобы чувствовался праздник, было весело и также было зажигательно. Всем участникам конкурса «Классный повар» победы! Ведь победителя ждет шикарный подарок – планшет и сертификат на 20 тысяч тенге. На эти деньги можно провести банкет с друзьями в этом прекрасном ресторане «Амора Мио». Меня зовут Джамаль, и мой салат называется «Обычный салат». И в нем состоится помидоры, огурцы и кинза. Меня зовут Жанель. Мой салат называется «Весенний бриз», и он состоит из крабовых палочек, помидоров, зелени, яйца, картошка и сыр. Меня зовут Каролина. Мой салат называется «Осеннее настроение». Он будет состоять из моркови, болгарского перца, картошки, зелени и еще граната. Меня зовут Настя. Я готовлю салат «Наслаждение вкусом». Он состоит из болгарского перца, авокадо, помидора, огурца, салата и оливкового масла. Меня зовут Ермек. Я готовлю салат «Ананасовое чудо». Он состоит из огурца, картошки, яиц, морковки и майонеза. Меня зовут Данил, я готовлю салат «Зеленый рай». Он состоит из огурцов, лимона, помидора, брынзы и листов салата. Меня зовут Акмара, я буду делать осенний каприз салат. Тут делается он легко и просто, из лимона, из помидора, из огурца. Еще туда соль добавляется и болгарский перец. Меня зовут Даша Читонова, мне 12 лет. Салат называется «Бобовый рай». Ингредиенты – зубчики чеснока, несколько. Оливковое масло, грецкие орехи, соль, перец и фасоль. Меня зовут Морозова Даша, мне 12 лет. Мой салат называется «Изюминка». У меня в салате есть листья салата, апельсин, яблоко и также оливковое масло. Мы развлекались, поварята уже приготовили супер салаты, которые будут оценивать шеф-повара Амора Мио. А победителя ждет приз.
деткам сказать спасибо за их готовки. Они так все переживают, так стараются. Финал у нас выходит Ермек. Это ананасовое чудо. Единственная ошибка Ермек, если это ананасовое чудо, там должен присутствовать ананас. Мы сделали скидку на то, что ты выложил его в форме ананаса, да? Постарался выложить подачу красиво. Дальше у нас вышла Жанель, весенний приз.